Nes nuolaidos batams didelės. Nuolaidos NS King nuolaidos. Kiek galima kartoti? Как заработать в торговом центре, конечно же, здесь есть ряд нюансов, которые следует учитывать. И некоторые из них я вам сейчас покажу. Например, мы работаем на открытой площадке, как в данном случае. И вот смотрите, работают строители. А здесь у нас белое женское белье. То есть получается какая ситуация? Если вот сейчас будет хоть какая-то пыль, которая попадет на женское белье, то есть нам придется абсолютно все это купить. А здесь его немерено. То есть здесь рядом продают и книги, и женское белье, и все остальное. И поэтому пылесос здесь главный помощник. И он должен быть постоянно на объекте. И без него ничего не делается. То есть здесь применяются те технологии, которые не дают пыли. А работы осуществляются ночью шумы. Днем те, которые не шумят, потому что строителей не должно быть видно на территории торгового центра.